Здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие. Вот и на меня докатилась цензура в социальных сетях. Так что хошь не хошь, а придется переходить на эзопов язык. А он чуток сложнее для понимания. Но забанили меня на Фейсбуке за комментарий по краткой истории возникновения эстонского государства. А история была такова. В императорском лесу с вечера и поутру разношерстные зайчата собирались на лугу синюю косить траву. Зайцы были всех дурней и живущих там зверей. В стаи? Нет, не собирались. Всяк сидит в своей норе, травку косит лишь себе. Много-много тысяч лет их ловили на обед. Волки, тигры, рыси, лисы. Как положено в природе, каждому волку и кисе. И подальше от беды, чтобы не видели волки, зайцы в глуши лесов, средь болот комаров, тушки прятали свои. Лев подумал: «Ептить мать, неудобно управлять. Чтоб легче было их гонять, зайцев надо бы собрать, им сообщество создать. Все нормальное зверье уж общается давно. Кто рычит, мяучит, ржет. Только зайцы, вот народ, как травы набрали в рот. В каждой стае есть культура. Хоть какая-то мультура. Понимают все с полслова и не думают плохого. Уважают дядю Леву. А у зайца нет культуры. Не умеет рисовать, строить, путешествовать, защищаться, воевать. Зайцы петь и танцевать будут раз в 4 года. Так придумал дядя Лёва. Пусть танцует голодранец. Может, меньше станет пьяниц? Управляем станет заяц. Все сначала было мило. Но гадюка подговнила. Зайцы пели и плясали, травку кушать продолжали. Революцию споймали. Кинула гадюка клич. «Вам свободу даст Ильич!» Заяц скудного ума и, послушав Ильича, в мозг ударила моча. И орет из года в год. «Мы независимый народ, и не зайцы мы теперь, янесы! Хоть верь, не верь, нам вон открыли дверь! Раньше был имперский лес, а теперь он весь исчез. И у нас своя трава, нам не страшно. Волк лиса не приходят к нам сюда». Под улюлюканье козлов, кабанов, гадюк, орлов, зайцы прокопали ров и границу сотворили, чтоб с востока к ним не ходили. Каждый из своей норы уши вытащил, носы. Зайцы, хоть они дурные, но в покосе трын травы очень все одаренные. И рванули кто направо, кто налево, кто на север, кто на юг, за океан. Ведь лесов, а то бишь стран, очень много на земле. Знаем, в каждом, что порту, есть по зайцу. Там траву курит он и не жужжит, а в лесу гниет трава. И зайцу вроде не нужна. Офигеннейший кульбит. Заяц тут не хочет жить. Так значит, кто-то прибежит и займет его нору. А зайцу то не по нутру. И орет на белый свет. «У меня квартира нет, я на грани вымирания, а точнее, то за гранью. У меня плохой сосед, от него так много бед. Мы же зайцы, мы велики и должны быть в красной книге. И кормить, и сосисять нас должны, япона мать. Мы же будем поискать, как вкуснее пожевать. Кто остался тут в лесу, будет заячьем раю. Янесы тут короли, остальные все рабы». Но из лиса и волка не получится раба. То не заячий народ. Заяц пусть себя орёт, всяк его с говном сожрёт. Вот как-то так, мои дорогие.
Если получилось очень сложно, повтор вам в помощь. Подписывайтесь на канал и подпитывайтесь положительной энергией. Пока-пока!